Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 4 на странице 96 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. 20 шариков разложили в коробки, по 5 шариков каждую. Сколько коробок понадобилось? Попробую объяснить, что на схеме к этой задаче обозначают пятиугольники. Итак, нам известно из условия задачи, что разложили 20 шариков. Каждый шарик обозначен кружочком. Пятиугольник обозначает коробку. Нам нужно узнать, сколько коробок понадобилось. Для этого мы должны 20 разделить по 5, получится 4. 4 коробки понадобилось. К с точкой записываем в скобках, пишем ответ. 4 коробки понадобилось. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.